Bravo 6. Going dark. Ты теперь у меня, Алекс. Я устроил лавочку у базы Баркова. Следить за этими гадами. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. Я говорил, у нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Лейтенант, это для адской пушки. Быстрее, брат. Так точно. Барков понимает только насилие. Я покажу ему насилие. У Баркова есть авиация. И мы обзавелись. Радиоуправляемый, со взрывчаткой. Отлично, запускай вторую, как прорвемся. Мы готовы? Да, командир, полетели. Алекс, тарань вертолет самолетом. Готов. Лети ниже. Авиабаза прямо по курсу. Вижу площадку. Врезайся в вертолет. Готовься. Целься в вертолет. Отлично, полетали. Спускаемся к ним. Периметр авиабазы прямо. Вторая команда прикроет нас из пушки. Хранитель, я Эхо-3-1. Местные войска идут на авиабазу Баркова. Прошу поддержку с воздуха. Поняла вас, 3-1. Отправляю к вам непомеченный борт. Оставайтесь на местах. Идите. Понял. Готовьтесь. Мы атакуем их оружейные, забираем оружие и захватываем аэродром. Закари! Братья и сестры, мы сражаемся за Урзыкстан, за нашу страну! За Урзыкстан! За Урзыкстан! Пушка, огонь!
готовы. Первое оружейное зачищено. Отлично. Собираемся снаружи. Площадка за воротами. Все к воротам. Не открывается. Дьявол! Нам надо прорваться. Другого пути на площадку нет. Я знаю, что делать. Буду таранить. Хранитель, я 3-1. Мы идем на площадку. Где авиаподдержка? 3-1, поддержка. Алекс, это рискованно. Моя группа, сюда. Мы потеряли группу. Алекс, самолеты готовы к вылету. Остался один вертолет. Подбей его, Алекс! Алекс, направляй самолеты! Сбивай вертолет! Принято! Подожмите, да! Сволочи! Я их слышу! Алекс, открывай дверь! Заперто! На крыше есть люк! Алекс, помоги подняться! Можно же сдаться! Но я с тобой потом будет иметь и подсказывать, что ты
Пошлю нахер! Алекс, прыгай сюда! Сюда, Алекс! Раз, два, три! Последнее оружейное захвачено. Идите ко мне за припасами. Скорее, подкрепление уже на подходе. Боюсь, у меня огонь. Вперед! Они отрубили свет. Нас скоро прижмут. Сообщите свою позицию. Гадюка, я 3-1. Черт, как же я рад вас слышать. В ангаре наши. Их обстреливают с площадки. Разрешаю вам атаку. Понял вас. Гадюка, на подходе вижу цель. Иди атаки. Только плохих. Сегодня Рузыкстан одержал великую победу. Спасибо, брат. Мы сработались. Да, мы выиграли время, но Барков еще вернется. И мы тоже.